Почти 1,5 миллиарда рублей тратят в регионе на ремонт убитых дорог. Об этом заявили организаторы и участники общественных слушаний по реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Он выполняется на принципах софинансирования и при активном участии общественности. Проект долгосрочный, рассчитан вплоть до 2025 года. По его итогам планируется довести до норматива не менее 85% дорожной уличной сети Астрахани. Такой же показатель намечен в снижении так называемых очагов особой аварийности. Приоритеты и конкретику определяет общественность. Предложения и замечания астраханцев направляются в региональное министерство строительства и ЖКХ в электронной или письменной форме. Только в астраханскую городскую агломерацию входят территории областного центра и ближайших сельских районов в радиусе 60 километров. В целом проект затрагивает интересы 630 тысяч астраханцев. Именно для них была запущена электронная карта убитых дорог Общероссийского народного фронта. Сегодня на ней уже появился перечень объектов, намеченных к реализации в 2018 году. Население очень легко работать с ней, власти прислушиваются, и поэтому активность очень высокая. Я вам скажу, что астраханская активность практически второе место занимает после Санкт-Петербурга. Это очень высокий показатель. Год показал, что повысилось качество выполнения работ, потому что общественность, наметив на карте свой участок, обязательно приходит и смотрит, как он выполнился. Это уже просто человек, который заинтересован, он будет заинтересован до конца. 28 улиц, которые планируем и предложили на общественное обсуждение. Надеюсь, что жители и люди, которые неравнодушные, пришли на это мероприятие, нас поддержат.